Меня зовут Варвара. Я хочу вам загадать две, две забавки. Я хочу вам забабать две забавки. Угадать две загадки и спеть песенку. Давай. Мне кажется, загадок. Загадок, хорошо. Что больше, слон или гриб? Слон. Нет, а гриб больше. Почему? Потому что у гриба подземная система. У него корни могут простираться на десятки километров. Вот это вот грибница. Да. Готов? Давай. Здравствуйте, меня зовут Никит. Я хочу вам рассказать стишок. Ой, загадку. Давай. Загадку. Стишок, загадку. Ничего смешного. Ты второй крест. Ну, давай. Вокруг вода, а с питьем беда. Вокруг вода с питьем беда. Море? Море, да. А почему с питьем беда? Потому что вода соленая. Ребята, это вы про Крым, что ли? Да. Ой, как актуально. Да. Это ты про Крым? Я была в Италии в Крыму. Ты была в Италии в Крыму? Да. Это как это? Италия, Крым. А как это ты была в Италии в Крыму? Я ездила сначала в Италию, вот а потом в Крым. Меня зовут Даша, я вам хочу спеть песню. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, вода по асфальту рекой. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне нам подарок 500 эскимо. Мне кажется, вы забыли текст. Да, да.